dvhub.ru. Как вы вспоминаете свои школьные годы? Было весело, я помню. Вот, ну, я не знаю. Ну, выпускной был довольно-таки веселый. Сами школьные годы были тяжелые, но... Ну, было много хорошего, я думаю. Ну, как такое беззаботное время, веселое время. Конечно, хотелось, но я просто далеко сейчас нахожусь от того места, да, где были мои школьные годы. Конечно, хотелось бы туда попасть, встретиться с одноклассниками. Самое, по-моему, замечательное время, которое могло быть в этой жизни. Веселые школьные годы. У меня память короткая, никак не вспоминаю. Без интереса. Ну, у меня были очень хорошие школьные годы. Я очень любил школу, у меня хорошие друзья там были. До сих пор с ними общаюсь. Ну, признаться честно, последний звонок я плохо помню. Вот, ну, именно последний звонок, это в 11 классе. А школьный, выпускной я с собой очень хорошо помню. Мы подпраздновали в аэропорту, было очень весело, круто. Ну, сейчас я тоже думаю, все будет хорошо. У меня есть знакомые, которые заканчивают. У меня есть знакомые, которые учатся в 11 классе. Хорошие ребята, думаю, у них все будет хорошо. Прекрасно, скучаю по ним. Было весело, беззаботно, беспроблемно. Ну, если исходить из того, что слов из песни не выкинешь, и верить этой песне советского периода, моих школьных лет, они, наверное, были чудесными, но не всегда, потому что из всякого прекрасного бывает, как из любого правила, исключение. С ужасом, честно. Почему? Потому что было, нет, ну как, было всего и много хорошего, и плохого также, но, как бы, было очень трудно, скажем так. Школьные годы, самое замечательное время было. Мы были пионерами, были октябрятами, поэтому было все прекрасно. Во времена застоя учился, я 68-го года. Рубль сдавал на обеды, если на неделю, то, конечно, по сравнению, чем как сейчас, я вспоминаю это, как сладкий сон. Я свои школьные годы вспоминаю просто отлично. Я в школе 13-м закончил 13-ю школу. Довольно с отличной оценкой. Ой, жила советское время. Вот, как мой сын говорит, мама, ты жила золотое время. Мои школьные годы я вспоминаю с теплотой. Значит, это было одно из лучших вообще времен в моей жизни. Я не знаю, студенчество, наверное, чуть получше, там свободы было побольше. Вот, но в целом это все лучше, чем когда ты работаешь уже. dvhub.ru